Если в Сунне достоверная информация про то, что ногти правильно постригаются с указательного пальца правой руки? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Ислам призывает всегда к чистоте. Из тех вещей, которые ислам призывает, стричь ногти. В исламе на все мелочи тоже обращает внимание, не оставляет человеку, делай, что ты хочешь. Нет. Каждому указывает самый высший уровень жизни Пророка, как правильно должно быть. Из них, из естества, которое пришло от пророков и подтвердил наш пророк, это является стричь ногти. Ну, в каком форме ты его стрижешь, начиная с правой руки или с левой руки, или с какой-то палец, с мизинца, или с указательного, или с большого пальца, там нет разницы. Это, который говорится с указательным, потом там, потом с ноги, это все достоверно от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нету. Из-за этого главное, чтобы ты стриг ногти и чисто держал их. А как бы ты их не стриг, там это не имеет значения. Аллаху алям. А вот по поводу того, что вечером, это тоже все разницы нету. Сказки. Вечером будешь, утром чистым найдешь, а так другого разницы нету. Вечером, утром, любой день ты можешь их делать, но больше 40 дней оставить нельзя. Это самый больший срок, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это 40 дней. Будет ногти, будет волосы под мышкой и аура. Область аурата, это все. Больше 40 дней оставить нельзя. Можно меньше, сколько ты хочешь. Ну, самый уже длительный срок – это 40 дней. Аллаху алям.